Здравствуйте, дорогие девочки, мальчики, гости моего канала. Вы, как уже, наверное, заметили, я сделала одно видео с коровой Мила на немецком на своем канале. И теперь сегодня я хотела сделать для вас также и на русском. Итак, схема эта принадлежит Галине Никитиной, за что я хотела бы очень-очень сильно поблагодарить, потому что хочу правду сказать, что я вязала очень много разных плюшевых игрушек, но первый раз в жизни за 7 лет меня вот эта игрушка свела прям, ну она мне свалила с ног. Почему? Потому что, во-первых, игрушка была большая, она была до такой степени, не была или есть, да, она есть, эта игрушка, она до такой степени пропорциональна, у нее руки, ноги, тело, голова, все пропорционально друг другу, она до такой степени получилась классная, вы даже себе не представляете, я влюбилась в эту вещь, и, если честно, я планировала ее никому не отдавать, но она мне очень быстро, и вот именно абоненты с моего канала на немецком, да, который я делала видео, и они у меня ее сразу же скупили. Я еще и такую цену загнала, что, мол, ну, чтобы себе ее оставить, думаю, люди не купят, у меня ее забрали. У меня ее забрали, но я не жалею об этом, потому что вот эта корова, что сейчас будет сделана, я ее оставлю себе. Итак, за это я хотела Галину поблагодарить, за это добро, что можно сделать видео по вашему МК. Мне она очень нравится, она правда очень красивая, она взорвала весь интернет на моих одноклассниках, потому что она реально крутая получилась корова. Я вам сейчас ее покажу, она у меня еще есть, так как отправить мне ее 18 числа только надо, сегодня у нас 10. Вот, и я потом сделаю фото из двух коров. Честно, вот с удовольствием я свяжу этот повтор, потому что она очень легко вяжется, очень красиво, пропорционально. Единственное, что вам нужно, это много ниток и много ваты, потому что она получилась у меня 50 сантиметров. Итак, это корова Мила. Я буду вязать полностью все по мастер-классу. Единственное, что я хочу изменить в этом, это не вязать отдельно голову, а связать голову из тела. Это значит, что голову мы пришивать не будем, мы будем просто из тела ее вывязывать. Когда тело будет заканчиваться, потом мы будем сразу набирать петли и вязать дальше голову. И тут я немножко сделала изменения в убавках и прибавках, чтобы она получилась именно такая же, да, потому что в данный момент голова вяжется у нее по схеме сверху вниз, а я буду ее вязать снизу наверх. Поэтому, чтобы вот сверху такое, как получилось немножко сужение, буду немножко менять схему. Но это не самое страшное, она получилась у меня очень красивая. Вот. Единственное, что я еще хочу, эту же корову я видела в интернете, связала там, я не знаю, кто ее связал, но я увидела ее в сарафане. Я сделала этой корове юбочку. Юбочка здесь в данный момент, она у нее пришивается просто из рюшки. Но вот тут, вот, посмотрите, видите, у нее как рюшка такая, она просто пришивается. Но я ее, в этой схеме я ее связала. Я ее связала по той схеме, как вязала вот зайчики. У меня есть видео с зайчиками, там девочка в юбочке, зайчик, да? И вот такую юбочку я ей сделала. В этом же мастер-классе я хочу сделать ей не юбочку, а сделать сарафанчик. Девочки, я увидела эту же корову в желтом сарафане. Я не знаю, кто ее связал. Но я посмотрела, примерно не так-то, в принципе, это и сложно. И я решила сделать в желтом цвете ее и связать именно в сарафане. Я надеюсь, что у меня получится. Я просто по картинке там накинула столько-то, столько-то. И я думаю, что я смогу это сделать. Если нет, то я это видео стеру и сделаю дальше, как это должно быть. Вот. Итак, приступим, значит, к вязанию. Я сейчас вам покажу, что мне для этого нужно. Во-первых, сейчас я вам положу корову и можете наслаждаться ей. Сейчас я вам покажу. Я надеюсь, она сюда залезет. Вот она, эта красавица. Она получилась, правда, девочки, очень-очень красивая, она очень крупная. Я бы даже сказала, у нее вид как вот новорожденного ребенка, честное слово. Итак, я хочу, вот видите, здесь она связана в платьюшке. Вот на этом ряду, это я, когда ножки здесь вязала, провязала я 3 ряда, и потом я провязывала один ряд красным, и потом за заднюю петлю вязала наверх, чтобы вязать эту юбочку. Я же хочу в этот раз связать корову. У нее будет вот этот низ в плавочках. Я свяжу ей просто плавочки и обвяжу, как будто, ну, чтобы видно было, что это плавочки. Почему? Потому что этой пряжи у меня очень мало. Но я хочу именно эту пряжу использовать. Вот у меня ее мало, поэтому я сделаю ей плавочки. Потом я буду дальше вязать где-то вот до сюда,
ну, там, другим цветом, да, и два ряда я буду вязать за задние стенки, чтобы отсюда потом связать ей ровную юбочку. Юбочка будет ровная. Вот. И также будет здесь такой, как слюнявчик, да, идет, и обвязка на лямочках. Я это увидела в интернете, мне очень понравилось. И хочу попробовать, пожалуйста, сделать именно в том экземпляре, как я увидела. Поэтому, если вдруг кому-то нравится именно вот это вот, да, то здесь, девчат, ничего тяжелого нет. Вы просто вяжете 3 ряда основного цвета, потом вяжете 1 ряд вот таким цветом, и следующий ряд вы вяжете за заднюю стеночку и вяжете по схеме дальше. Вот. А вот эта юбочка, она вязалась у меня сперва в каждую петельку, прибавка, а потом делается следующий ряд. Один столбик с накидом, одна прибавка. И так до конца. И от этого получаются вот эти рюшечки. Конец уже потом я обвязывала рачьим шагом. Рачий шаг вы найдете в интернете. Если вам это тяжело, то вы можете посмотреть видео на немецком. Там, в принципе, даже не надо слушать, что я там болтаю. Вы просто увидите вот этот момент, и вы поймете, как я это делала. Или вы посмотрите видео с зайками на русском. Есть у меня видео с двумя голубыми зайками. Там девочки, я вязала юбочку. Все точно так же. Только я... Девочки там вязала юбку без накида второй ряд, а здесь я делаю, ой, не без накидов, без прибавок, а здесь я делаю с прибавками, и от прибавок получается вот такой вот валан. Вот это, что я хотела вам сказать. Воротничка у нее не будет, так как у нее будет слюнявчик и лямочки. Глазки я посмотрю, каким цветом я сделаю. Я, если будет она у меня вся в желтом, может, я сделаю золотые глаза, тогда будет она красиво все сочетаться. Вот, вот так она выглядит сзаду, у нее такой шикарный хвостяра. Хвост по схеме намного длиннее, я там 13 рядов, я всего лишь сделала, по-моему, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нет, там 17 рядов, а я 13 сделала, вот, чтобы не ошиблась. И мне вот эти 13 рядов, в принципе, вполне достаточно. Вот, ну вот, это вступление такое. Извиняюсь, что так много, но я не могла ее не показать и не рассказать, чтобы вы потом не думали, почему у немцев корова в таком наряде, а у нас в другом, потому что я хочу попробовать сделать ее в другом наряде, так как, правда, наряд был очень красив. И я еще не знаю, получится у меня это или нет, потому что в основном я все вижу по схемам, но тут я посмотрела на картинку и решила связать именно так, как на картинке. Для этого я уже связала ногу, связала руку, связала ухо и связала... рог. Вот. Я использую пряжу Himalaya Dolphin Baby. Крючок всегда использую номер 5. Единственное, что я использую крючок номер 4, когда мы закрываем деталь, чтобы не образовалось в конце дырок. Итак, использую я вот эту пряжу основного цвета. Это пряжа для тела. Номер его, этого цвета 80-342. Если вдруг кому-то понравится расцветка этой коровы, сразу я вам говорю, 80-342 это будет вот тело. Вот эта пряжа, это идет название ее Yarn Art Dolce. Она точно такая же, как Himalaya, но по качеству я бы сказала, что Himalaya немножко мягче, а это немножко такая плотнее. Может быть, даже плюсы от этой больше, потому что игрушка крупнее получается. Но я бы не сказала, что очень большая разница, потому что, посмотрите, вот я связала ногу, я не вижу абсолютно никакой здесь разницы. Поэтому у меня нету такого цвета в Himalaya. Я взяла такой, урвала чуть-чуть. И номер от этой пряжи 754. Вот, это будет у меня тело и ноги. О, тело и ноги. Тело? Да, тело и копыта. Вот. Теперь наряд я хочу сделать вот такой. У меня есть замечательные цвета, желтый, это будет из желтого я свяжу плавочки, потому что у меня вот этой пряжи очень мало, я свяжу плавочки, и вот из этой я свяжу сарафанчик, наполовину комбинирую вместе с желтой. Вот, номер этой пряжи идет 80-302. И номер этой пряжи очень нежный такой пастельный цвет, мне очень нравится. Идет 80-412. Я одно время набрала себе очень много вот этой вот разной пряжи. Есть разные тона у меня, синий, красный. И все они вот такие вот мелированные, какие-то там разные добавки. И если их комбинировать с основным цветом игрушки, получается просто замечательный. Девочка одна или женщина, я не знаю, с какого она возраста, но это все равно. Она вязала, немка, она вязала по схеме бегемота. И она использовала бегемота в таком цвете. Копыта такие и морда такая. Он шикарно просто смотрелся. Она мне фото присылала, мне очень
понравилась эта идея. Так что можно комбинировать не просто в одежде, но и морды можно даже таким вязать. Так, сама морда у этого бегемота, она такого нежно-персикового цвета. Вы знаете, я сейчас не взяла, не хочу отрываться от видео, потому что у меня не так уж много здесь это. Здесь сейчас на видео вы это не увидите, но это не белый цвет, а знаете, такой нежно-нежно-персиковый. У меня, к сожалению, один клубочек только остался от нее. Он хватит для морды, но бумажки у меня не осталось. И у меня она где-то там в зале лежит, я сейчас не хочу туда рваться. Поэтому обыкновенный какой-нибудь нежный тон персикового цвета. И, ну, нормально будет. Ну что, приступим тогда, да? Сейчас я это... Тогда я могу вот это и убрать. Это тоже могу убрать. Я вижу с остатков, у меня тут еще чуть-чуть есть. Давайте мы начнем вязать, наверное, вот с этих вот ног, с копыт. На немецкое видео я вставляла в ноги еще такую, знаете, как из фетра. Я не знаю, как он по-русски. Фетр, наверное. Да, фетр. Называется фетр по-русски. Есть такие прослойки. Посмотрите, пожалуйста, видео единорога. Туда я вставляла в копыта вот эти вещи. У меня их больше нету, к сожалению. И поэтому в этой схеме я этого не делала. Но вы можете вставить какой-нибудь или твердый картон, будете стирать корову, она все раскиснет. Я не советую что-нибудь такое. Вот этот фильц, этот фетр, который я вставляла в единороге, он очень классно для этого сделан. Если вы сейчас посмотрите на эту корову, да... Извините за долгое вступление, но лучше я все скажу, чтобы потом мне не писали 10 раз комментарий. Вот, видите разницу? Вот это... Блин, сейчас покажу вам как-нибудь, чтобы видно было. Вот тут вот стоит стелька внутри. И видно, что она плотная. Если бы корова могла бы стоять на 4 лапах, то она бы сама бы стояла. Здесь ничего внутри нет. И она просто закругленная. Но мне кажется, что вот это вот смотрится намного красивее, чем вот это. Но я ее оставлю, потому что для меня и так красиво. Я бы не сказала, у нее в схеме никаких там вставок нету. Но я вам советую что-нибудь сюда такое, знаете, плотное вставить, чтобы основа была такая ровная, гладкая, красивая. Потому что все равно это в корове, когда вы потом позже на нее смотрите, вы это видите. Вот. Итак, вяжем тогда давайте ног. Вот. А то я много болтаю. Люди пишут комментарии, что очень много болтовни и мало дела. Вы мне, девушки, извините, кто так думает. Но я не могу без болтовни. Мне кажется, что болтовня это мой... Как он называется? Маркенцайхен. Или имидж, или как он называется, я не знаю, я не профессионал в этих делах, но без болтовни я вязать не могу. Если вдруг кому-то не нравится, то здесь очень много хороших девочек, которые красиво очень вяжут, лучше 100 раз, чем я, и вы можете на том канале вязать. Это так, вежливо хотела вам ответить. Итак, приступим. Для меня вязать без болтовни это просто скукотища, столбики да накиды, столбики да накиды. Знаете, мне иногда на душе столько херни, ее высказать охота, а просто некому послушать. И я вот благодарна, что вы у меня есть. Итак, приступим. Мы вяжем кольцо амигуруми и вывязываем 6 петелек. А что я взяла вообще? Видите, вот когда много болтаешь, вот такая происходит ситуация, блин. Мы же вяжем копыта, для этого мы берем другую нить. Вот. Даже в этот момент я вырезать не буду. Оставлю его здесь. Вот. Итак, делаем мы кольцо амигуруми. И вывязываем 6 петель. Раз. Два. Три. Четыре. Упс. Пять. 6. И теперь мы делаем прибавки. Девочки, делаем прибавки до 36 петель. Мы затягиваем, да, это колечко. И делаем прибавки до 36 петель. Это значит, сперва мы делаем в каждую петлю прибавку. Раз. Два. Я надеюсь, свет вам все хорошо видно. Время сейчас 00:30. У меня другого времени не было. Я сегодня выспалась. Делаем 6 прибавок. Поэтому все мои спят. Дома тишина. И я могу часиков до 00:30 с вами посидеть, если у меня карточки здесь хватит. Теперь следующий ряд. Ставим здесь маркер. Я пока ряд еще провяжу и потом вытяну свою ниточку. Мы делаем один ряд. Один столбик. Одна прибавка. Столбик. Прибавка. И так до конца ряда. 6 раз. Это всегда все повторяется 6 раз. Подождите.
Сейчас я намотаю, потому что это мне потом выводит, когда мне надо постоянно эту нитку дергать. Мы вяжем один столбик, одна прибавка. Столбик, прибавка, столбик, прибавка. И вот сюда я ставлю себе маркер. Это шестая была. Дальше. Вяжем 2 столбика, прибавку. И так далее. Девочки, я не буду сейчас это все показывать. Мы вяжем вот весь ряд теперь. 2 столбика и прибавка. Когда мы этот ряд провязали, мы вяжем 3 столбика и прибавка. Последний ряд прибавки будет 4 столбика, прибавка. И так 6 раз. И у нас получается 36 петель. Если мы эти петельки набрали, то мы опять с вами здесь сейчас и встретимся. Итак, смотрите, я провязала эти прибавки. В данный момент у меня 36 петель. Давайте этот маркер мы вытащим сюда, чтобы вам было удобнее. Или вы можете просто маркер себе посадить, такую булавочку, как они специальные есть. Я использую очень редко маркер, поэтому оставляю специально длинную нить и протягиваю, пока мне ее хватает. Следующий ряд мы вяжем. Один ряд без изменений за задние стеночки. Мы вводим не сюда, а вводим в серединку. И вяжем вот за эти задние стенки. Вяжем ровно ряд, без изменений, 36 петель. Я не знаю, вы видео смотрели на немецком или нет, но там вторую часть видео, когда я уже вязала тело и голову, девочки, мне пришлось ставить камеру на журнальный столик в зале, садиться на диван, брать и ложить себе корову на колени и вязать дальше, потому что здесь за столом это показать, да, но это очень тяжело. Я не смогла. Во-первых, у меня такой... Я записываю все телефоном своим, у меня такая подставка еще под телефон. У меня есть штатив, который можно прикрутить к потолку, но я купила себе новую камеру, и мне нужно в ней разобраться еще, чтобы звучание было хорошее и все такое. И я до этого не дохожу, у меня так мало времени, что сесть просто разобраться в ней не хватает мне недостаточно времени, и поэтому я снимаю до сих пор еще своим сотовым. В принципе, я бы не сказала, что он так плохо снимает, но камера, конечно, есть камера, там качество совсем другое. Вот, поэтому у меня получалось ее брать на руки, эту корову, и вязать. И я бы не сказала, что там так плохо было это все видно, наоборот. Там не только было корова видно, но мои ноги и мой палас, и все подряд. Было очень весело. Итак, вот мы провязали этот ряд за задние стеночки, и теперь мы вяжем 2 ряда, 8, 9, 10, 3 ряда. 3 ряда без изменений. Не 2 ряда. Девочки, по схеме идут 3 ряда. Почему-то я провязала 2 ряда, я не знаю. Смотрите сами, да? Вот я провязала здесь за заднюю стенку и провязала 2 ряда. Но в схеме стоит 3 ряда, 8, 9, 10. Так что смотрите, вы провязываете 3 ряда, я провязала здесь 2. Это я не углядела, моя ошибка. Я вам говорю, провязывайте 3 ряда наверх, да? Провяжите эти ряды, и мы опять увидимся здесь. Итак, я провязала эти ряды, вернее, провязала 2 ряда. Вам нужно провязать 3 ряда. Я провязала 2, потому что здесь ошиблась, как уже сказала, провязала только 2. Мне нужно, чтобы ножки у меня были пропорциональны. Дальше вяжем. Мы меняем нить на нить тела. Да? Для этого мне надо найти сперва его конец. Вот. И мы... Я отрываю эту нить. И уберу ее, чтобы у меня здесь этот весь салат закончился. Потому что люблю разводить бардак. Творческий бардак это называется. Я, что касается с этим, не очень аккуратная. У меня всегда бардак. И пряжа валяется, и вата, и глазки, носики, и все подряд. Беру нить основного цвета. Вообще я сперва здесь вытягиваю эту петельку. Она очень коротенькая, поэтому я лучше провяжу ее здесь. Вытягиваю петлю, прикладываю вот эту нить сюда, вывожу и эти две ниточки ложу на работу и провязываю их вместе. Вот. И мы провязываем с вами 2 ряда 36 петель без изменений.
Вот. Ну, это мы можем сделать самостоятельно, да? Два ряда без изменений. Итак, я провязала эти два ряда. Теперь мы делаем один ряд убавки. Мы делаем 4 столбика и убавка. Итак, 6 раз. 2, 3, 4. Убавка. 1, 2, 3, 4. Убавка. 1. 2, 3, 4, упс, узел у меня тут, убавка, 1, 2, 3, 4, убавка, 1, 2, 3, 4 и убавка. Вот. Следующий ряд мы вяжем без изменений. Просто 30 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно. Итак, я провязала 30 столбиков без накидов. И теперь мы делаем еще один ряд или два ряда убавками. Мы делаем 3 столбика, убавка. Итак, 6 раз. 3 и убавка. 1, 2, 3 и убавка. И так мы вяжем до конца ряда. Когда мы этот ряд провязали, то мы делаем следующий ряд. 2 столбика, убавка. И так до конца ряда. У нас получается 18 петель. Мы наполняем эту ножку ватой и вяжем 18 петель, ровно 14 рядов. Когда мы 14 рядов провязали, мы складываем ногу вместе и провязываем за обе стеночки. Обратите внимание, пожалуйста, складывать там, где вот у нас переход с нитью, чтобы когда мы потом ввязываем в тело, у нас вот эта часть с переходом будет находиться сзади. И впереди у нас получается ровная гладь, что у нас нету вот этих переходов. Поэтому не так складывать, да, потому что вы потом вот так к телу ее прикладываете, и здесь сбоку будет этот переход, а складывать именно так, чтобы вот этот переход был здесь сбоку. Я? Хорошо? Я? Alles gut? Alle haben verstanden, да? Короче, очень тяжело иногда переключиться. Да, мы теперь делаем убавки, мы делаем 3 столбика убавки до конца ряда, потом 2 столбика убавки до конца ряда, потом мы набиваем ватой и вяжем 14 рядов, 18 петель. И потом встретимся здесь опять. Итак, девочки, я связала ногу. Две ноги или два копыта у нас готовы. Дальше вяжем руку. Вяжется, но таким же способом, только чуть меньше петель. Делаем кольцо амигуруми. И вывязываем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь делаем в каждую петельку прибавку 6 раз так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующий ряд мы вяжем аналогичные прибавочки. Итак, я вам сейчас покажу, чтобы я это не провязывала. В принципе, это очень легко. Вот схема у нее, ручки. Кстати, схему вы можете скачать в интернете. Задайте просто корова Милка от Галины Никитиной, да, и вы найдете эту схему, можете себе ее скачать. Писать я ее всю под видео не буду. Мне для этого тоже нет времени, потому что она в свободном доступе и не тяжело ее. Я также вот ее скачала и распечатала. Итак, мы сейчас провязали 6 прибавок в каждую петельку, и теперь мы вяжем вот эти вот
прибавки. Один столбик прибавка, так 6 раз. Потом в следующий ряд 2 столбика прибавка 6 раз. И следующий ряд 3 столбика прибавка 6 раз. Если мы это сделали, то мы встретимся с вами опять здесь. Да? Это значит 1 столбик, следующий ряд и прибавка. Итак, 6 раз. Потом 2 столбика прибавка 6 раз и 3 столбика прибавка 6 раз. Тогда у нас будет с вами 30 петель. Когда у нас будет с вами 30 петель, мы вяжем один ряд за заднюю стенку. Точно так же, как в этом копыте мы сделали. Провязали прибавочки, потом мы вяжем один ряд за заднюю стеночку. Да? И там уже встретимся опять здесь. Итак, девочки, я провязала теперь ряд, после того, как сделала прибавки, провязала ряд за заднюю стеночку. И теперь мы вяжем 2 ряда без изменений. У нас в данный момент 30 петель. Мы провязываем этой ниткой 2 ряда без изменений. Потом мы меняем нить на нить тела и вяжем еще раз 2 ряда без изменений. Да? Повторите. Мне кажется, не надо, да? Я всегда постоянно все повторяю. Потом, когда себя прослушиваю, думаю, боже, ну одно и то же, ну 3 раза ты сказала. Но некоторым, правда, это нужно. Поэтому тем, кому хватает один раз, пожалуйста, на меня не обижайтесь. И все-таки я повторю еще раз. Мы вяжем сейчас 2 ряда без изменений этой нитью, потом меняем эту нить на вот эту нить и вяжем опять 2 ряда без изменений. И потом мы увидимся опять здесь с вами. Итак, я сменила нить. До этого провязала 2 ряда. Сменила нить, провязала еще 2 ряда. И теперь мы вяжем убавки. Мы делаем 3 столбика, убавка. Итак, 6 раз. 3, убавка. Раз, два, три и убавочка. Раз, два, три, убавка. Два, три и убавка. Еще один раз. Раз. Два, три, убавочка. Сейчас мы провязываем один ряд без изменений. 24 столбика. Когда мы 24 столбика, это один ряд, когда мы провяжем, мы делаем опять один ряд с убавками. 2 столбика, убавка и так 6 раз. Когда мы это сделали, то мы вяжем 14 рядов, точно так же, как здесь. 14 рядов наверх. 14 рядов провязали, забиваем хорошо ватой, складываем 2 края и провязываем вместе. Вот, вот эта рука. Да? Итак, мы сейчас сделали с вами 3 столбика убавка. Теперь мы провязываем один ряд без изменений. Потом провязываем один ряд 2 столбика убавка, так, 6 раз. И потом 14 рядов, 18 столбиков без накидов. Заполняем ватой, складываем вместе и провязываем как тут. Обратите внимание на смену нити. Она должна быть справа сбоку. Окей? Good. Добрый день всем, дорогие мои. Сегодня второй день. Вчера я не дожила до того момента, пока я бы связала все вот эти маленькие детали. Что-то я такая была капут. Я свалилась, ножку еле-еле, не ножку, а ручку еле-еле довязала, и все, и упала. Да и время уже было 2 часа ночи. Поэтому сегодня новый день, новая энергия, новые силы, и мы вяжем дальше. Итак, я связала копыта и связала руки. Теперь мы приступим к вязанию уха и рог. Рог. Вот. Итак, для этого я хочу сперва связать ушко. Для этого я беру светлую пряжу, делаю кольцо амигуруми, вывязываю 6 петель. Раз. 2,
три, четыре, пять, шесть. Затягиваем это колечко и вяжем сперва 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Теперь мы вяжем, упс, упала, 6 прибавок. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Теперь мы вяжем один ряд, 3 столбика прибавкой. Итак, 3 раза. Раз, два, упс, 3. Прибавка. Что-то у меня сегодня не держится нитка на пальце. Раз, два, 3. И прибавка. Последний раз. Раз, два, три. Прибавка. Следующий ряд мы вяжем 5, 6, 7, 8. 4 ряда мы вяжем 15 петель. 4 ряда. Вот здесь я тогда поставлю маркер. Тогда намного проще ориентироваться. Вытащу эту ниточку, которая мне так мешала. И вяжем 4 ряда без изменений. У нас сегодня такая погода замечательная. Не тепло, не жарко, не холодно, не прохладно, непонятная такая. И вот сижу в спальне у сына. Окошко открыто, птички поют. Так хорошо, это для нервной системы. Мне, в принципе, ее никто не стропоцировал сегодня. Но все равно бывают такие дни какие-то депрессивные, такие, не понимаю. Вроде бы, когда все хорошо, всегда ищешь еще какую-то причину, чтобы было не очень хорошо. Нормально это? Мне кажется, это ненормально, да? Какая-то усталость. А, да, я еще хотела сказать, что... Мы вяжем 4 ряда, да? Хотела сказать, что у меня еще есть 2 разрешения на 2 схемы. Одна схема мышки, я хочу ее связать из махера. Она будет маленькая, но такая хорошенькая. И одна схема свинюшки, и все от одного автора. Потом у меня пока больше нету никакого разрешения на схем. Если у кого-то есть какое-то желание связать какую-то схему, да, я уже говорила это в других видео, то вы можете найти бесплатную схему, которая не в продаже. В этой схеме всегда стоит имя автора, кто ее написал. В основном эти автора, они находятся в ВКонтакте или на Инстаграме. И можно спросить у них разрешение, можно связать, ну, сделать видео или нет. Вы также можете дать ссылку на мой канал, чтобы автор видел, что я никогда не присваиваю МК к себе, оно мне не нужно. Мне нужно просто сделать видео, потому что от этого я имею большое удовольствие. И потому что очень-очень многим это нравится. Почему и нет? Раз, два, три и еще один ряд. Четвертый. И если автор даст это разрешение, то можно... Я бы хотела, пожалуйста, видеть этот скрин, где это в письменном виде стоит. И тогда я могу на эту игрушку сделать видео. Желательно, чтобы игрушки не повторялись, да, чтобы что-то разненькое было. Вот. Вы меня можете найти на Инстаграме, на Одноклассниках, я там постоянно. ВКонтакте я не нахожусь, я редко там. В Фейсбуке я очень часто нахожусь. Но в Фейсбуке там в основном для немчиков. В Одноклассниках и в Инстаграме я постоянно. Можете там меня найти. Так, 4 ряда мы провязали, и теперь мы вяжем убавки.
Обыкновенные убавки. Сперва ряд 3 столбика убавка 4 раза, потом 2 столбика убавка 4 раза и потом 1 столбик убавка 4 раза, пока у нас не получится вот такая деталь. Эту деталь можно потом вот так вот взять, сложить вместе и пришить к голове. Можно в таком виде, как вам удобнее. Итак, сперва мы вяжем. Раз, два, три. Убавка. О, сына, телефон звонит. Раз, два, три. И убавка. Так, 4 раза. Раз, два, три. А нет, не три. Ой, извините, не 4 раза, а 3 раза. Что-то я вниз посмотрела, девочки. 3 столбика убавка 3 раза. Она на 3 раза и выйдет. Что-то я совсем... Снизу уже хвостик я вижу, поэтому. Раз, два. Следующий ряд, да? И убавка. Раз, два и убавка. Вот сюда так сядешь, видео делать, и со всех сторон все звонят и что-то хотят. Раз, два и убавка. И последний ряд. Один столбик, убавка. Один столбик, убавка. Один столбик, убавка. И последний раз. Один столбик, убавка. Нить закрепляем, отрезаем, отрываем, прячем ее внутрь, и ушки у нас готовы. Вот такие ушки. Так, дальше вяжем рог, вот такой. Начинаем его вязать с тем... А, нет, я хочу вязать рог, а смотрю на хвост. Вяжем его темной пряжей, рог. Делаем 6 столбика в кольцо. Итак, кольцо амигуруми. Извиняюсь. Тут у меня все меню хотят. Проверка была. Родительская проверка. Все ли хорошо? Так, амигуруми кольцо. Делаем 6 петель в него. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Родителям, если один день не позвонишь, у них депрессия. Родители переживают. Мама особенно психует. Ты мне не звонишь. Один день только, если не позвонишь. Поэтому нельзя забывать про мам. Вот, иначе потом хана. Но я, наверное, попозже это тоже почувствую, когда мои из дома выйдут. Так что не буду я возмущаться. Итак, сделали теперь мы 6 петелек в кольцо и делаем 1 столбик, 1 прибавка. 1 столбик, 1 прибавка. Так 3 раза. 1 столбик. Одна прибавка, столбик и прибавка. Так, следующий ряд вяжем 9 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Теперь мы вяжем 2 столбика прибавка. Итак, 3 раза. Раз, два, прибавка. Раз, два. Прибавка. Раз, два,
и прибавка. Следующий ряд 12 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Следующий ряд 3 столбика прибавка. Это последний ряд с прибавками. Раз, два, три, прибавка. И так еще 2 раза. Раз, два, три, прибавка. Раз, два, три, прибавка. И последний ряд 15 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Закрепляем нить, отрезаем, отрываем. Когда мы его пришиваем, заполняем ватой, чтобы он такой упругий был. Еще знаете, как очень красиво? Но так как это игрушка для детей, я это не советую делать. Но красиво было бы вставить сюда такую проволоку, если это идет чисто как декорация. Ставить толстую проволоку, обмотанную лейкопластырем, туда ее внутрь ставить и рог загнуть вот так вперед. Вот так. Но мне кажется, это будет красиво, если из этой коровы сделать пацана, а не девочку, да? Можно его просто связать без одежды. И вот рога, чтобы вот так вот загибались вперед. Такой у него какой-нибудь такой агрессивный, бычачий взгляд ему сделать. Прям вот фантазия что-то попёрла у меня. Мужика я тоже еще свяжу. Только его просто без платья, без ничего. Как он темно-коричневого такого. Глаза красные ему вставить. Рога, чтобы вперед так загибались. Ой, круто. Еще кольцо. О, кольцо прямо ему в ноздри засунуть. Девочки. Я сделаю такого быка. Но, конечно, видео делать не буду. Там у него... Смотрите, это классно. Смотрите, вот корова. Вот, это классная идея. Вот сюда кольцо вставить. Есть же такие кольца? Ну, я не знаю. Но не обязательно, знаете, не обязательно насквозь прокалывать. Но даже можно насквозь проколоть. Если вы, например, когда морду пришиваете, да, то можно кольцо разрезать, туда засунуть, внутри его свернуть. И потом в этих местах делать утяжки. Или просто какое-нибудь кольцо такое и на горячий клей приклеить. Ой, мне кажется, можно такого красивого быка сделать. И яйца не забыть ему, это самое главное. Потому что это что кот, что мужик, без достоинства никак. Извините меня за такую вульгарность, но все естественное не безобразное. У быка должно быть достоинство. Итак, девочки, знаете, что мы сейчас вяжем? Мы вяжем сейчас хвостик. Начинаем вязать с темной пряжи. С конца хвоста мы начинаем вязать. Также опять 6 петелек в кольцо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Затягиваем и вяжем. Подождите, а что я сделала? Нет, девочки, извините, пожалуйста, не 6. Не хочу резать сейчас видео из-за этого. Не 6, а 4. Одну убираем, вторую убираем. 4 петли в кольцо. Извините, пожалуйста. И теперь мы вяжем 4 прибавки. Раз. Два. Три. И 4. Так, теперь мы вяжем 8 столбиков без изменений. У меня бык из головы не выходит. Вы даже себе не представляете. Вот такие вот идеи, фантазии, они отнимают у меня время. У меня столько работы еще, а у меня теперь бык из головы не выходит.
И что я хочу? Я хочу просто к этой корове еще связать одного быка. Представляете себе, как красиво будет парочка? Ой, шикарно просто. Я его свяжу. В Одноклассниках в Инстаграме выставлю, вы потом посмотрите. Конечно, сразу так быстро не смогу. 8 петель сейчас вяжем, просто без изменений. Так быстро не смогу, но я сделаю. Так, 8 петелек связали. Я засуну, где она мне мешает. И теперь мы вяжем 1 столбик, прибавка. И так 4 раза. 1 столбик. Прибавка. 1 столбик. Прибавка. 1 столбик и прибавка. И последний столбик и прибавка. Следующий ряд мы вяжем 2 столбика, прибавка. Смотрите по схеме, да? Следующий ряд 2 столбика, прибавка. И потом 3 столбика, прибавка. И так 4 раза, да? Вот эти вот прибавки мы делаем. Мама, просто восстань, да, у меня трубку фонтена. Ну иди позвони ему сама. Я не знаю, он выключил. 2. Принеси телефон, я наберу. Итак, вяжем 2 столбика, прибавка, 2 столбика, прибавка. Итак, 4 раза. И следующий ряд мы вяжем 3 столбика, прибавка, 4 раза. Пока у нас не будет 20 петель, да? Минут. Давай. Итак, я сейчас набрала ровно 20 петель. Последний ряд у меня был 3 столбика, прибавка, 4 раза. Теперь мы вяжем 2 ряда без изменений. У нас в данный момент 20 петелек, и мы вяжем 2 ряда без изменений. Да? Я просто, вот если знаю, что один ряд 20, второй раз 20, или вы ставите здесь маркер, или считаете просто 40 петель. Да? Я, наверное, поставлю, если у меня тут что-то осталось. Да, вот она, красота, спряталась. Вяжем просто 2 ряда без изменений. Итак, я провязала 2 ряда, теперь делаем убавки. 3 столбика, убавка. Итак, 4 раза. 3, убавка. 1, 2, 3, убавка. 1, 2, 3, убавка. И последний раз. 1, 2, 3 и убавка. Следующий ряд также идут убавками. 2 столбика, убавка. И так 4 раза. И потом еще один ряд. 1 столбик, убавка. И так 4 раза. И у нас остается 8 петель. Из этих 8 петель мы вяжем потом белым цветом. Или вот цвет кожи, да, мы вяжем 17 рядов. 17 рядов, 8 столбиков. Получается длинный хвост. Сейчас вам покажу на корове. Она у меня еще тут. Вот, смотрите, мы вот здесь провяжем, сейчас убавки эти сделаем, да, вот как я уже сказала. И потом мы вяжем 8 петель, 17 рядов. Девочки, здесь нету 17 рядов, здесь 13 рядов. И мне вполне достаточно, я длинный хвост иметь не хочу. Поэтому, если вы хотите, делайте или 17 рядов, если вы не хотите, делайте 13 рядов. У меня 13. Итак, делаем убавки. Следующие убавки идут. 1, 2, убавка. И так 4 раза. 1, 2, убавка, да? Этот ряд довязали, и потом делаете 1 столбик, убавка, 4 раза. Заполняете ватой, меняете, пожалуйста, нить светлую и вяжете выборочно 13 рядов или 17 рядов хвоста. Вот смотрите, я вам все-таки я вам покажу. Вот у меня 8 петелек, да? Переход нити, потому что, может, не каждый может. Переход нити. Берете, вытаскиваете эту нить, берете светлую ниточку, вытаскиваете ее через эти две, ложите две нити на работу и вяжете 8 столбиков. И теперь просто нужное вам количество рядов. А вы знаете, как быка еще классно сделать? Блин, не знаю, что за мультик у меня в голове, но мне этот бык это покоя не дает. Его можно тоже связать в таких трусах и в майке. И майка такая, знаете, полосатая должна быть. Майка должна быть... Как они назывались-то у нас, господи, в Союзе-то?
морские вот эти вот, как они? Тельняшка, во, тельняшка. Тельняшка? По-моему, тельняшка. Полосатая, вот эта белая и голубая. Вот, честное слово, в таких трусах его свяжу в каких-нибудь, наверное, синих. И тельняшка, майка. Мне кажется, он будет такой классный. И у меня уже все, прям вот идея в голове, покоя не дает. Так что ищите меня на Инстаграме. Я обязательно его выставлю. Вот такие вещи, если у меня спонтанные идеи приходят, у меня, к сожалению, для них вообще нету времени, да. И я вот поэтому, если где-то нахожусь, может быть, в каком-нибудь там, ну не знаю, может, у меня термин где-нибудь в больнице или еще что-то, или там жду кого-то, у меня всегда с собой нитки. Например, сегодня был такой день классный. Я ездила к тетке своей, потом мы в центре мороженое покушали, и у меня был махер с собой. Дети кушали мороженое, я сидела, вязала шапочку для медвежонка. У меня везде с собой нитки. Потом оттуда же поехали на детскую площадку, они там еще побесились целый час, и шапочку я связала. И теперь у меня есть один мишка с шапочкой, такой красивенький, в наличии. Вот, и теперь могу выставить, и немножко будет денежка, если мне его купят. Вот, хотела сказать, девчат, что после вот этой коровы, да, у меня, наверное, будет дней 10 пауза. Я выставлять пока ничего не буду, потому что у меня в работе мой онлайн-магазин, я не могу его доделать, потому что у меня реально нехватка времени. Он уже готов. Осталось только сделать мне фотографии и выставить всю мою фурнитуру на продажу. Но у меня, к сожалению, нет времени. А чтобы сделать фотографии, там около 500 фотографий, если не больше. Очень много разных глазиков, носиков, очень много всего. Я, конечно, не буду сразу все за раз выставлять, постепенно. Вот, и мне нужно заняться этим делом, иначе я его не доделаю. А если я займусь, то до тех пор, пока я не сделаю, я ничем другим заниматься не буду. Вот. А у кого у вас будут идеи какие-то и будут возможности спросить у автора, пожалуйста, я только за, потому что этим самым вы облегчите мне работу. И в основном, конечно же, говорите, что я обязательно всегда выставляю имя автора и даю ссылки, потому что это также реклама и для автора, потому что очень многие хотят такие вещи, но вязать все-таки не могут или могут, но не получается так, как бы они хотели. И они могут эти вещи заказать у этого автора. Потому что они не только делают мастер-классы, но они и вяжут, конечно же, на продажу такие вещи. Вот, поэтому... Вот, я не знаю, сейчас сколько я рядов уже провязала. Но я думаю, что первую часть я сегодня выставлю. Так, 2, 4, 6, 8, 9 ряд. Что-то я как будто как надурманенная сегодня. Мне крючок даже постоянно не туда заходит, куда надо. Что происходит? У нас сегодня праздник, понедельник, праздник, никто не работает. Я вообще в своем праксисе работаю только 2 дня в неделю, это понедельник и в пятницу, поэтому у меня сегодня выпал прям праздник на мой рабочий день. Мне отрабатывать его не надо, это классно. Я сегодня спала до 10:30, представляете? Завтрак у меня был 10:30. Весь день как-то у меня он немножко перешел. Не знаю, как сказать это. Я, наверное, сегодня часа в 3 ночи лягу спать. Но я обязательно эту корову сегодня доделаю. Обязательно. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Вот еще один ряд я свяжу, и мне хватает. 3, 4, 5, 6. Еще знаете, что можно быку сделать? Ему можно, где рога, между рогами, ему такие, как волосы, такие, знаете, воздушные петли, раз, противовоздух такой, чтобы он лохматый такой был. Вот было бы классно, если бы еще как-то его небритым таким сделать, знаете, вот такой вот. Рыбу сушеную ему в руку засунуть. Бутылку пива. Бутылку пива. Это отличный подарок мужику. Все я сделаю. Честное слово, у меня в сентябре у мужа день рождения, я ему свяжу. Или даже брату можно связать. Брату можно бутылку пива, а мужу бутылка виски. Кто что пьет, блин. Складываем вместе.
провязываем за обе стеночки. И вот здесь. Так, у меня еще есть немножко на карточке время, поэтому мы будем вязать дальше. И это потом закончится у меня первая часть. Смотрите, хвостяра симпатичный. Все, мелочь я сделала, это самое главное. Это тоже сделано. Теперь мы будем вязать тело. О, вот это мне нравится. Крупные. Там можно вязать, болтать, петли считать не надо. А, знаете, что еще? Давайте мордочку сразу сделаем. Мордочку. Вот эту мордочку. Сейчас я принесу нитку персиковую. Про нее я забыла. Это тоже мелкая деталь. Мордашку мы сейчас еще с вами свяжем. И потом, может быть, даже это и закончится первой частью. И мы сделаем там вторую. Так, а где она? А, вот она. Сейчас, секундочку, девочки. Смотрите, вот такая у меня есть нить. Нить такая, она вроде персиковая, но такой нежный, пастельный персиковый тон. Вот это все пастельные тона. Я очень люблю пастельные тона. Они и даже желтый, он такой нежный. Оно все так сочетается между собой потом. А вот этом желтом, смотрите, у него такие вот тона. Желтый и персиковый, такой же, как вот этот. Вот она все будет между собой сочетаться. Все будет очень красиво. На это всегда надо обращать внимание. Чтобы все нити, если вы много используете цветов в одном теле, да, то они все должны между собой комбинировать. Итак, морда вяжется. Набираем 9 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Теперь, начиная со второй петли от крючка, мы вяжем 7 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. В последнюю петлю мы делаем 3 столбика. Раз, два, три. Поворачиваем вязание и вяжем 6 столбиков. По этой стороне эти петельки, их очень плохо видно, да, но вы просто, я делаю все наобум. Вот, вот, вот и да. Куда видите, туда и пихайте. Два, три, ну их видно, вот они. Четыре, пять, 6, и в последнюю мы делаем одну прибавку. Вот она последняя. Делаем прибавочку. Следующий ряд. Прибавка вот в эту петлю. Шесть столбиков. Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть. И вяжем 3 прибавки. Раз, два, три. Теперь 6 столбиков. Раз, два, три. 4, 5, 6. 2 прибавки. Откуда тут у меня музыка под окном? Два. Все, на этом ряд закончился. Ставьте, девочки, здесь маркер, да, чтобы вы не ошиблись. Так. Теперь мы делаем 1 столбик, 1 прибавка. Раз. Прибавка. И вяжем 6 столбиков. Раз. Два.
три, четыре, пять, шесть. Теперь делаем один столбик, одну прибавку. Один столбик, одну прибавку. Один столбик, одну прибавку. Далее вяжем 6 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И делаем один столбик, одну прибавку. И так два раза. Один столбик, одну прибавку. Следующий ряд. Два столбика, прибавка. Раз, два, прибавка. И 6 столбиков. Два, три, четыре, пять, шесть. Потом идут 2 столбика, прибавка. 2 столбика, прибавка. 2 столбика, прибавка. И вяжем теперь 6 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Делаем теперь 2 столбика. Раз, два, прибавка. И еще раз 2 столбика, прибавка. Так. Теперь мы делаем 3 столбика прибавка. Раз, два, три, прибавка и 6 столбиков. Три, четыре, пять, шесть. Теперь мы делаем 3 столбика прибавка и так 3 раза. Раз, два, три, прибавка. Раз, два, три, прибавка. Раз, два, три, прибавка. Шесть столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Три столбика прибавка. Раз, два, три и прибавка. И еще раз. Раз, два, три и прибавка. Так, это был предпоследний ряд с прибавлением. У нас еще один ряд остался. Вот 4 столбика прибавка. Тогда у нас будет 48 петель. И мы вяжем один ряд просто 48 петелек. Итак. Раз. Два. Три. Четыре. Прибавка. Вяжем 6 столбиков. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть. Теперь 4 столбика. Раз, два, три, четыре и прибавка. Опять же. Раз, два, три, четыре, прибавка. Раз, два,
три, четыре, прибавка. Теперь мы вяжем 6 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И теперь последние два раза 4 столбика прибавка. Раз, два, три, четыре, прибавка. Раз, два, три, четыре, прибавка. На этом прибавление с мордой мы закончили. Теперь мы вяжем один ряд без изменений 48 петель. Если мы его свяжем, встретимся опять здесь. Итак, я провязала 48 петель, и теперь мы делаем один ряд, последний ряд с убавками. И на этом морда закончилась. Делаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и 1 убавка. Дальше вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Теперь мы делаем 4 столбика убавка. 3 раза. 1, 2, 3, 4. Убавка. 1, 2, 3, 4. Убавка. 1, 2, 3. 4, убавка, 6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, теперь вяжем 4 столбика, 1, 2, 3, 4, убавка и последний раз. 1, 2, 3, 4, убавка. Закрепляем эту нить. Ура! Что-то такое нудное было прибавление. Не знаю почему. Морда очень красивая. Обратите внимание, я очень туго вяжу. Видно, что вязка такая у меня тугая. У меня все игрушки, в принципе, это корова 50 сантиметров, да? Но мне кажется, у вас она будет больше, потому что очень многие начинающие, если кто начинает, да, они вяжут немного слабже крючком, и получается огромная корова. Фу, так. Теперь будем вязать тело. Тело, девочки, сейчас вам покажу. Сразу все здесь лишнее поубираю. Он мне здесь все очень сильно мешает. Я, наверное, буду повторяться, но я все равно вам скажу. Смотрите, тело. У коровы вяжется тело, просто вот тело без ничего. Да? Я же хочу связать плавочки. Вот эта часть будет плавочки. Плавочки у меня закончатся, знаете где? Вот я ввязала ноги и провяжу еще два ряда. И здесь плавочки закончатся. И здесь потом сделаем обвязочку. Вот таким рачьим шагом. Да? Итак. Так как у меня этой пряжи очень мало, я сделаю ей трусики. И у нее будет сарафанчик. Сарафанчик будет длиной, у нее будет не такая юбочка, да, а будет вот такой длиной сарафанчик. И будет сарафанчик, и вот эти плавочки желтые будут выглядывать. Будет просто классно. Итак, вяжу я желтой пряжи. Вяжутся сейчас сплошные прибавки. Там, в принципе, мне показывать даже много не надо. И объяснять. Сейчас мы будем вязать просто сплошные прибавки. Сейчас посмотрю, где у нее тело. Обожаю эту схему. Очень красиво, очень понятно все описано. Очень аккуратненько. Очень прям вот, ну, любой начинающий поймет, где и что и как. Мне очень нравится, как она это все сделала. Вот оно тело. Девочки, если кому-то нужна сейчас в данный момент эта схемка, я вот так вот положу. Вот так. Сделайте себе вот скрин и можете по этой схеме вязать. Ну и как я уже говорила, эти схемы, они доступны в интернете везде. Итак,
мы сейчас будем делать прибавки. Прибавляем мы, девчат, до 66 петель. Это значит, последний ряд прибавок будет 9 столбиков прибавка. Да? 9 столбиков прибавка. Здесь ничего такого сейчас сложного нету, кроме того, что мы начинаем с кольцо амигуруми. Делаем 6 петелек. Вот, прекрасно, прям для глаз так хорошо. Другой цвет, когда что-то меняется. Я давно не вязала желтым, прям одно наслаждение сейчас им вязать. И сразу работа кажется не монотонной. Я вот не могу все одно и то же, одно и то же. Мне нужно немножко разнообразия. Вот. Теперь мы вяжем с кольца. Мы прибавки делаем сперва в каждую петельку. Раз. У нас, наверное, дождик будет. На улице тепло и дождик. Я обожаю такую погоду. Когда вечером сидишь, такой свежий-свежий воздух. Пахнет дождем. Еще за окном дождь. Даже пусть будет гроза, но тепло. И я обожаю вот это вот звучание. Я бы сидела, бы в окошко смотрела. Если, конечно, тебя молния не херакнет, а остальное все ерунда. Очень люблю такую погоду. Я бы еще даже на улицу вышла бы, постояла бы так. Пусть бы меня все обмочило. А мне все равно. Иногда вот, не знаю. С ума, наверное, схожу. Я не знаю. Итак, я сделала в каждой петельке прибавки. Теперь мы вяжем один ряд. Один столбик, одна прибавка. Один столбик, одна прибавка. Столбик, прибавка. Прям как по маслу идет, да? Столбик, прибавка. Не знаю, вот с этой пряжей. Вот с этой пряжи одно наслаждение работать. Вот честное слово. Я после нее вообще не хочу ни с какой другой работать. Раз, прибавка. Итак, девочки, ставим здесь маркер. И аналогично мы делаем до того ряда, где мы провязываем 9 столбиков прибавкой. Так 6 раз. Да, сейчас у нас в данный момент идет 1 столбик, 2 столбика, и вот галочка прибавка. И прибавляем, прибавляем, прибавляем. Последний ряд, 9 столбиков прибавка, у нас будет 66 петель. И тогда мы здесь с вами увидимся. Окей? Окей.